Поедем, прокатимся еще маленько, чтобы повылазили, где не закручено, где не докручено. Сейчас как раз нагрузочка такая хорошая, все тает. Ездили уже 10 часов. А сколько на спидометре? За 10 часов мы наездили. 285. За 10 часов наездили 79 километров. Или что? 285. А, 285, да, тут получается. 79 до посильнее. Ага. Ну, так, все системы пока работают нормально. Снежок тает потихонечку, но еще много. Вода под снегом должна быть вон там дальше. Смотри, сколько здесь уже водички вылазит. Чего убить? Понижено. Понижено включается не из-за того, что не тянет, а из-за того, что разгрузить трансмиссию. То есть от раздатки до двигателя все в два раза понижается и становится легче ему крутить. Давление в шинах какое там? 15 нормально. 30. А, 30. Я открыл. Пускай чуть-чуть. Хотя он и при 30, смотрю, едет так же. Везде едет. Тут надо снаружи снимать, смотри, да чё мы тут просто проедем. Да. Водичка бежит, смотри. Ручеёк. За ручей должен быть. Завалится, не? Нет. Не, налить держит. Все держит. Сейчас мы вот это препятствие преодолеем, посмотрим, как там. Уйди на улицу. Да, ты здесь тормозни, я пойду снаружи снимать. Да, как мне этот ручеек перейти? Никак я тут не перейду его. Никак не перейду в туфельках-то. И не перепрыгнуть, и не это. Ладно, отсюда сниму тогда. Тут не глубоко, сантиметров 50 получается. Середка зависла.
Там опять ложбинка. Так, наверное, он блокировку не включил еще. Ну-ка. Да, уже отключил блокировку. Ну. И все, поехало. Осенью на шестиколеснике мы здесь не могли подняться. Сейчас наледью и снегом эту завалило ямку. И как бы такой не очень крутой стал подъемчик. То есть где-то, наверное, на метр еще там до земли. Тормоза, конечно. Пробивает дальше. Ага. Все-таки поскрипывает блокировка это межколесная, это газоновская, все равно срабатывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.